Агустин Карстенс, глава Нацбанка Мексики, сделал заявление о биткоине. Карстенс сказал, что биткоин является больше товаром, чем валютой, и добавил, что у него нет ничего, чтобы обеспечить его учет в финансовой системе. По его словам, поскольку биткоин не поддерживается ни правительством, ни Банком Мексики, он не попадает под существующее определение валюты. Кроме того, он предупредил о проблеме кибербезопасности и подчеркнул, что безопасность пользователей должна быть обеспечена. Наконец, он отметил, что власти в скором времени предложат законодательство, регулирующее финансовые технологии, такие как криптовалюты.